Новое, комфортное, стильное пространство для бизнеса, творчества и хорошего отдыха. Центр интерьера «Ладья» на днях презентовал ивент «Пространство Улей». Мы решили, что нужно то место, да, где в комфортной, уютной обстановке люди творческие могли бы обсуждать свои насущные проблемы, вопросы. Будут проходить обучение, будут проходить самые различные мастер-классы, презентации новинок и наших, и наших партнеров. То есть вот такой вот улей, откуда взялось это название улей, то место, где вот кипит постоянная жизнь, постоянное движение. Исходя из этого, уже все было оформлено пространство. Такой многофункциональной, стильной площадки Дмитрову не хватало. В духе современности все может трансформироваться и прекрасно подходить как для бизнес-встречи, так и для творческого мастер-класса, любой презентации, семейного просмотра фильма, организации выставки и для веселого детского праздника. В этом пространстве все продумано до мелочей. Свет, звук. Есть даже отдельный вход с улицы, что очень удобно. И этот факт, кстати, отметили многие гости, посетившие презентацию ивент-пространства «Улей». Мы меняемся от классической какой-то кабинетной системы, да, от классических конференц-залов. Мы переходим сейчас вот к таким открытым, более дружелюбным пространствам. Кстати, мы поменяли логотип. И мы из строгого русского, да, вензеля, да, переходим сейчас к смайлику. Основным нашим логотипом будет смайлик. То есть мы открыты, мы дружелюбны, мы готовы к общению. В день открытия гостям не только презентовали само пространство Улей, но и пригласили на интересный бизнес-тренинг. В роли спикера выступила Юлия Балыкина. И вот каждый раз, когда я выступаю как федеральный спикер, как предприниматель, да, я сталкиваюсь с тем, что продажи растут, и те предприятия растут, когда люди внедряют новые технологии, новые инструменты, фишки разные. Руководство Центра интерьера «Ладья» относится как раз к числу таких представителей бизнеса, которые никогда не стоят на месте. И открытие подобного ивент-пространства «Улей» – яркое тому подтверждение. И дизайн, и промышленный дизайн, и искусство, и творчество, и общение – все это связано. Да? Только таким образом, вот в такой вот тесной коллаборации, рождается интересный новый продукт. Уже сегодня в ивент-пространстве «Улей» прошло несколько бизнес-встреч, а также его уже приметили фотографы для проведения фотосессий. В полном восторге остаются и юные гости. Вы сами можете организовать любое мероприятие, но лучшим местом для его проведения станет «Улей».